Летел на большой скорости, в Челябинской области на автодороге столкнулись две легковушки. Авария произошла между деревней Луговая и Шатрова. По словам очевидцев, два автомобиля столкнулись лоб в лоб. От удара одна из машин улетела в кювет. Проезжавшие мимо водители попытались помочь пострадавшим. Водила вытащили, живой, ноги переломаны, а второй валяется, тоже зажатый. Из-за аварии оказались перекрыты обе полосы, и движение на автодороге встало. А на улице Индивидуальной водитель на «Газели» сбил 12-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 56-летний мужчина не успел среагировать. В итоге девочка получила травмы.